Что известно о молекулярных механизмах эпигенетики? В настоящее время выявлено очень много эпигенетических меток. Эти модификации важны для адаптации к окружающим факторам. Для некоторых клеток окружающая среда – это уже часть организма. Вся последовательность ДНК в хромосомах прочитывается РНК-полимеразой. Никаких мутаций в ДНК не происходит. ДНК – то же самое. Это в реальном времени вызывает изменения в экспрессии наших генов. Вот давайте скажем, никакого отношения теориям Лысенко вот эта часть не имеет. То, что ела моя бабушка, может сказаться на моей жизни сейчас. Конечно, очень многие гены одинаково экспрессируются. Но чем они старше становятся, конечно, тем больше расхождений. Конечно. Потому что эпигенетика. Да.